oh <laughs> oh <laughs> вечер, добрый дамы и господа. С вами турнир Шаделфи и студия Point Я комментатор Никита Дас и мой коллега Михаил Нускрим. No будем вещать сегодня данную встречу для вас. Да, всем привет, дорогие друзья. Это последний четвертьфинал на Шадалфи Чемпионшип. Абсолют против Хэмну Хилл. Заключительный матч данной стадии. И дальше мы уже будем переходить к нашим жарким полуфиналом. Напомним, что в первом полуфинале у нас в верхней части сетки будет играть команда Luxury Sports против команды Heavenly Spirits. А вот во второй части, в нижней части сетки, у нас уже ждет команда Two Glory, которая вчера одолела как раз-таки Новости eSports. Ну и сегодня решится последний полуфиналист Шеллофи Чемпионшип, который будет бороться за выход в финал, где будет борьба за 10 тысяч рублей. Да, цена э, выигрыша действительно достойная. Сегодня, друзья, для нас также э, э, свершилась, вот упала на голову э, офигенная просто новость, а точнее, э, в команду Абсолют э, внедрились такие игроки, а именно Сячи, э, Снежок, э, которые играют прямо сейчас, как я понимаю, очень часто вместе. Я заходил к ним на трансляции. И у них сыгранность достаточно прям вот хорошая вдвоем, и могу сказать все одно, что это придаст сейчас этим ребятам реальный какой-то э, жесткий буст, и если говорить про оппонентов э, Heavenly Hill, то есть ребята из Абсолюта, э, мне кажется, прям, ну, проблем будет на порядок меньше, чем э, могло бы быть, допустим, в составе без Сиача и Снежка. Да, согласен с тобой. Посмотрим, как они играют, но знаешь, они как бы на просто сцене там давление уже не играли и могли немного подутрать скилл. Я видел-то, как бы немного они играют там на стримах, но это все-таки не тот уровень, который не показывали на тир-1 сцене. И да. очень разнообразие можно наблюдать от них. И, в принципе, командной игровой практики у них особо не наблюдалось. Да, давай глянем на банпики, которые у нас имеются. Все-таки мы будем знать, что они будут играть. И... Что они забанили, что у нас будут. Играть, естественно, какие карты. Первый бан у нас от команды Абсолют, это карта Бриз. Неожиданно, Бриз у нас играли частенько, играли в 1-4, а вот э, банили совсем другие карты. Ну и второй бан от Хамли Хилл, это бан Сакро. Ну Сакро не очевидно, я уже как бы знал, что это будет бан, потому что они буквально вчера проиграли против команды Хамли Спиритс 16-3 данную карту. Да, у них прям все не так гладко именно на ней. Следующим пиком точнее, в целом пик идет уже полноценный. Это у нас рост. команда Абсолют. Ребята решили отыграть для нас сегодня дефолт, который мы видим уже не первый день наш далфи чемпионшип. А следующий это уже пик их противников. И точнее Хевенли Хилла решили отыграть зону девятую. Такая масштабная карта и по-своему имеет такие свои индивидуальные, конечно, скажем, структурные моменты. И как покажет сегодня команда себя Хевенли Хилл, для меня остается, конечно же, Вопрос, но надеюсь, что, что действительно перформанс какой-то будет. Десайдер, что же, это Сенстоун? Это, это опять же дефолт. И сегодня у нас больше все как-то сводится к обычному мапулу, который мы видели, допустим, там полтора-два года назад, когда еще, допустим, та же самая провинция была в активе каком-то, когда сейчас мы ее, кстати, не видим, но, тем не менее, ну, вот, собственно говоря, весь банпик мы рассмотрели. Я считаю, что раз очевидно, здесь как бы. Будет выигран почему-то команда и Абсолют, ну, опять же, из-за их сейчас состава и, мне кажется, более чем уверенной какой-то игры, хотя тут как бы возникает вопрос, а как вообще себя чувствует в целом глобально по макро и всех этих вещах команда Абсолют? на их составы хорошие, я бы сказал, что у Хамли Хилл тоже как бы состав не особо слабый. Тот же Фир, взять его, например, который играл в групповой стадии мейджора, да, и настрелил там очень шикарно. Он играл за нубсов, там играл отлично, да и сейчас он показывает достаточно хорошую игровую форму свою индивидуальную. Вчера тоже блистал, к сожалению, не выиграли там на турнире против Хэмли Спирис и вылетели с него, но сегодня у них есть шанс как бы прийти на другом турнире, полуфинал и уже как бы там разыграться в полуфинале ну и дойти шанс до финала да и по остальным игрокам тот же трейдэш хочу сказать он хорошо тоже себя показывал если ошибаюсь он раньше тоже как -то играл за абсолют именно данный игрок либо же в канале Спиритс yeah. он оказывался но часто его видел то есть его форма достаточно на уровне. Ну и карта раз, дорогие друзья, мы готовы к ней переходить. И всем приятного просмотра. Она называется это студия Point Cast и Shuttle Fit Championship. Транслирует матч, последний четвертьфинал данного групповой стадии. Да, друзья, вот и начало. Карта Раст. я Никита Дас, мой коллега Михаил Нускрим. Вещаем для вас данную встречу. Абсолютно начинают за сторону диффенса, сразу же есть какой-то активный набор гранат, единственный снежок решается взять первый армор вместе с том, ну и отыгрывать уже каким-то активным номером на базе. А, ну а тем временем команда Heavenly Hill выбирает свой основной вектор атаки с бомбой а, на выход под Б-базу. Ну а их, скажем, люрк-саппорты и какие-то, скажем, отводящие игроки глаза противников а, будут уже что-то делать на базе. А, стартовые тайминги. Сейчас никаким демажем мы не видим, что команды размениваются, но уже приближается данный момент. Да, посмотрим, как они все-таки защита. Тут HLP тоже достаточно известный такой игрок. Сейчас под точкой B. К сожалению, тут один. Если у него полетят там флешки-хае, то ну, печально будет, конечно. Есть у него дым, есть Хае, есть флеш. Как-то сможет немного обороняться. Но его слышно прыжки, понимает, что он прыгает. Если Фир так выйдет, даст очень сочную голову по нему, то будет неприятно, если не для команды абсолют они тут начинают за КТ сайт. У нас есть минус сразу же по артезии. Суач у нас этот берет, делает фраг. Решил немного тут единичку подменить. На нолик. Смотрим, пим на контейнеры. Ух ты, неплохо, что раз есть. Где второй хэдшот? Забирает Фрэгма, Размен Джура, Неплохо. Арвенция очень вовремя здесь успевает подтянуться к тиммету и сделать размен. Трейдэш. Лоу остается 1 4 ситуации. 17% здоровья. Я думаю, его уже заметили. С коннектора будут выжимать отсюда. Да. Замечательно, ну, еще на здесь. Арвенти бежит, с спом. по хае, ну из хаешки нет. Там всячески добирает 1-0 пистолетный за абсолютами. Да, неплохо отыграна пистолетка. начало, так скажем, положено, да и еще и учитывая тот факт, что у нас 16-раундовая система, где шанс взять себя в свои руки в разы больше, поэтому Heavenly Hill не должно возникать каких-то сверхволнительных мыслей в голове. Да даже по интервью, которые мы проводим каждый день на Шедотский чемпионшип, игроки отзываются о данной системе очень позитивно, и они рады тому, что... Подобные турниры проводятся. Хаешка антипуш очень неприятная. Снесла просто все лица команды Heavenly Hill. Fear, Артези, Fragmi и Сиюра. прям вообще на лоу по хп. 3 -дэш единственный будет э, хоть каким-то танкером влетать под плент. Но тут его сразу же забирает HLP, принимая троих моментально в голову. Ну, арты здесь Юра пытаются и давать отпор. У них это получается, сделал до фрага, но Соач. So Наш с вами Даня выходит, хаешку прокидывает, но и принимает последнего лоу хэпового оставшегося. Второй раунд в пользу команды Абсолют. Потеряли, конечно, девайсы. У Орвенти сейчас им ребятки дадут там какой-нибудь дроп, либо они сами там как-то попытаются закупиться что вряд ли но третий раунд да третий раунд по итогу фулбай против фулбай да 2-0. Тут даже такой вот эфира есть еще фанфал. Как-то с деньгами, видимо, немного проблем, там что доллар, в принципе, на фанфал там много карда. Решил все-таки взять второй армор, хае, -э, фанфал, и немного еще осталось на следующий раунд. Посмотрим, как они придумают тактику сейчас за Т. Им надо брать максимальное количество раундов, которые они смогут там 4-5 раундов. В идеале, конечно, это там 7-8 раундов, чтобы забрать и уже полноценно так за КТ начать отыгрывать в полную меру, так сказать. Еще в ближней позиции по седьмой так агрессивненько ждет своих противников и без поддержки тиммейтов особо в ближней ну, играет так вот, неосторожно скажем потому что тиммейты больше на мейне шортом конечно флешку накинут возможно хае накинут как-то разменяются это этой хае но именно разменять как-то фастово Быстро не особо получится, и то, если даже ХЕ накинут, то убить не получится. Ой-ой-ой, моментик, я сейчас немного здесь тайминги ловит, нехорошие для себя, 36 хп остается. И эфир, возможно, будет сейчас на него выходить. Ну, ждем выхода какого-либо, пока гранаты у нас рассеются. На девятке дым, фир с фанфалом. Первым номером, там флешка от тиммейта полетела, первым выходит на мейне Сиач, также за двое игроков за контейнерами есть, которые чекают девятку, ну, видимо, должен был заметить девайс Сиача за лестницей, но пока нет. Флешка залетает, Сиача забудет, делают сверху минус по трейдэшу, хорошая игра, Фир сразу же разменит Снежка, и разменялись по игроку, 35 секунд остается до конца раунда, ну и Ханли Хилл уже не остается. Ничего, кроме как эм, идти, естественно, в точку А. Потому что на перетяжку особо времени. Но нету. Там остался один игрок. Это HLP на точке Б. Я думаю, тоже можно стягиваться, дабы помочь уже ребятам под точкой А. 20 секунд. Что? Флешка наверха будет выходить первым номером с Сейджура. Тут uh, через двери. Неплохо. HLP равенти делал фрахр. Сейджур разменивает. Кстати, Сейджура является капитаном команды Хенли Хилл. Пачка, 8 секунд. 1-2 момента. Выходит с э, шорта и. Время. Хватает, ему хватает времени, неплохо. Сиджура, неужели? Все-таки сделать данный кладчик. Он слышал своего оппонента. Надо да, сменить девайс. Будет х хорошо! Сиджура! Берет клатч один в 2. Хорошо, неплохо. Такой клатч можно сказать, даже один в 3, учитывая. Ну, ребята очень даже неплохо вырвались пуда плент на 20 секунде. Выбив лоу-хэпового Сиача, который на старте, конечно, неплохую такую прям дэмэдж-агрессию словил. От команды Heavenly Hill, из-за чего, конечно же, его потом выбили. И дальше произошли вот эти быстрые череды размена. Да, соглашусь, тут прям Heavenly Hill э, показали хороший от себя раунд, максимально на халде. Ну а тут экономический раунд. Ребята решили э, зайти прям под агрессией в ангар здесь никого не видит. Хотя самый ближний игрок это у нас Фир. Сяч может, конечно, с ним ловить первый контакт, но пока что на агрессию встречную не идет. А HLP остается вместе с саппортом Арвенти на б планте в ожидании каких-то действий. Там на козырьке они пытаются расчекивать проход с подланга базы Б. Но и HLP пока что находится в антифлэш позиции. На минуте 20 ребята уже подходят все ближе и ближе на контакт. Хаешка прилетает. Арвенти минус 44% здоровья. Фир остается люркером. Здесь он слышит, наверное, какие-то телодвижения. Фир там уже встретился с Сиачем, но и дал ему по голове. Тем временем врыв под подпле... Два фрага! Найс! Ты что? Давай по третьему! юз, Это что? Забыл сейчас Робс момент на, господи, ИПЛ. Ну да, Снежок 1 на 2 остается с 5-7. Ну, блин, Сюспа очень хорошо так принял. Я уже думал, все, по третьему сейчас даст, но нет. По эмоциям, конечно, тут было уж слишком, наверное, от меня. Снежок Солянова, 5-7, будет максимально сложно забрать такой клатч. Максимум, что это, подобрать девайсы, спокойно уйти на ротацию. Но самый ближайший девайс, это вот только вот чуть справа дальше. И ему придется, ясное дело, открываться под позиции, чтобы его забрать. Ну, С официально тяжело, как бы. пистолет вроде бы сам по себе хороший, но на дальних дистанциях будет не очень комфортно. Замечает одного. Пытается. Времени нету. За Saveм 16. Ну, тоже не получится там времени убежать. Хотя, да, не, убег... не убежал в ангар. Чуть-чуть буквально не хватило, чтобы убежать за сэвитим 16. Но. Бай будет, так или иначе. 5 300, 700 есть Шелпи 6600. Да, закупится, все достаточно хорошо будет. У ребят из абсолют. Сейчас можно будет наблюдать уже такой полноценный хороший раунд, потому что раунд, который выиграли у нас Хэмли Хилл как раз таки, но ну, он такой абсолютно был тогда фарсетский, больше там и МП-7 были у кого-то, поэтому для Хилл там на труда на самом последнем тайминге не было так залететь, просто очень сильно так повезло, что залетел, и Сиджура вытащил на своем индивидуальном скиле весь раунд, грубо говоря, клатчем 1 в 3. Mm -hmm. Ну и сейчас хорошие такие бай, девайсы, фу, раскиды есть. Снежок только, правда, уже без гранат. Ну и Сиач нам демонстрирует пиксели как раз-таки на нашей любимой карте. Раз, да, Фир там у нас пытается, замечает себя чего, да, попытался что-то стрельнуть, но не попал. Также вы заметили, и под дверью дальше будет сидеть от своей, видимо, так понимаю, любимой позиции. балдур на точке А также чекает аккуратно буст. И ребята готовят точку А на заход. Хае залетела под не неплохая, минус 28, флешка. В блайде игроки за контейнером, будет ли под кто-то пикать с команды Холмхилл? Нет, не решается, им откинули дым и надо немного отойти. Там я вижу, у нас шелпи прям очень сильно так запушил тыл, да, и понимает, как бы, то, что это не Б, ребята, это точка А, и тут 4 как бы, игрока защитника есть на точке А. Тяжело будет заходить как-либо команде Хеллен Хилл, надо очень сильно постараться, чтобы это сделать. Снежок, минус фрейг, мы Джур сразу взял размен, Сиач забирает Фира на верхах, размен от Трейдэша, неплохой, пытается найти как-то разменять, но не получает, Сэмки, перезарядка, шелпи уже бежит, тыл ребятам, но и Найтс отходит немного назад, дабы дать немного пространства и Джой поставить пачку. и шлп. информации по нему нету, возможно, как-то либо услышит его на верхах. Либо должны понять, что ну вот один будет где-то с тыла. Да, я вижу, 3 немного опасается, расчекивает тыл и сам особо не подставляется под обзор и девайсы противников, чтобы отлететь. Найтс чекает верха, там его тиммейт, выходит даблдур, размечает HLP одного, по нему информация уже есть, все, вся информация по игрокам, в принципе, есть, Сейджура получает дамаг, трейдэш, раз, есть, размен будет или нет? Нет, размена тут нету, а Сейджура не решает забирать свою вторую оппонента, HLP ждет, не дефает, вот сейчас начался деф, в 3 секунды, должен выходить противник, да, хедшот есть, и дефьюза не будет, нету времени для HLP, это 3-2, Хэвли -хилл выходит вперед по счету. Да, тут хорошо, хорошо очень сыграл а, оставшийся а, из атаки, прям достойно-достойно. Ну, Heavenly и Hill отличная прогрессия. Ворвались прям так нормально в плент. Мне кажется, по сыгранности прям сейчас абсолютно. Вот видны какие-то а, пробелы. То есть, из-за чего ну, возникает вот, подобная отдача раундов. Ну и вот придется им сейчас сделать данный форс-раунд на дробовиках. Сиача и Снежок сыграют. Остальные на диглах и пестелях. И HLP решил просто взять ФАМАС без э, армора. Ну и, наверное, будет как-то отыгрывать свою соло-позицию на Б-планте. Тем временем, Сиач на ближний рассматривает весь этот, этот Даблдор от да я имеет смок на закрытие, а киты ну и право понимать, что никого здесь нету. вот теперь на минуте 30 решил откинуть себе в даблдор и смог. И чел перешел отыграть в агрессию, из-за чего пробитие происходит на Б-базе. Понимает ли команда атаки, что это открытый полностью плент? Да, скорее не понимаю то, что команда Абсолют делает рокировку и, скажем, дополняет Б-базу одним игроком, а уже скорее двоим, двумя. Сиач немного подпушил боксы, увидел оппонентов в апартах. Ну и пока что находится под электро, под э, вот этим вот освещением. Сиач у нас слева пропушил, шот сделал, но э, дробинки мимо. Контакт вроде на Б какой-то пытается реализовать Сиюра Солянова. Ну и основная масса находится под базой. А и есть уже какие-то телодвижения. Трейдаш. Минус по снежку сделал. Ротация отсячий, и точнее, левый стрейф. Минус прям много хп. Первого забрал. 4 хп оставалось усячий, из-за чего фир его добирает. Дальше э, Арвенти напоследок на закуску. Четвертый раунд. Команды Hill. Прогрессия очень даже впечатляющая. Да, абсолютно как-то игра особо не идет, это вроде бы их пик, но как итог, они пока его проигрывают за сильнейшую сторону, вроде бы, казалось бы, да, тут решили Хилл -хил начать за сайт и начали очень бодро, несмотря на первые два проигрыша. 4-2, счет в их пользу, два раза как бы, можно тут еще набирать раундов спокойно до первого полного матча, там 8-9 раундов взять для них труда не составит, деньги есть, все есть, все, как бы при них можно тащить, они видно, что, ну, прям хорошо играют и в какой-то степени чуть-чуть переигрывают команду Абсолют в индивидуальном плане, особенно Сейджура там можно отметить также и еще эфира неплохо постарается, но Сайджура как бы, на первом месте, там даже вижу 10 киллов, ты настрелял, неплохо. Ну, абсолютно шелпи. Шелпи девяточка, ну и по точку Б, видимо, решили зайти, но здесь уже три опорника, Найт, Арвенти, дабл килл, неплохо, 3 Фир остаются 2 в 5, ну вот ребята посыпали, все. 2 в 5, дальше, ну, не знаю, Фир тут попробует что-то у него сделать, но минус 53 по нему, это очень серьезно, минус 3 хотел сделать одним зажимом, да не получилось, бедолаги сделать этого, но что, трейд эш 2700, один калаш, ну, зацелить было бы неплохо, но даже этого не сделать, снежок набирает на центре, 4-3, как бы преимущество не особо идет для команды Э, Хэллоуин Хилл очень вперед, понемногу начинает нагоняться абсолютно, не знаю, с чем это связано, сейчас раунд как-то неаккуратно вышли, их просто забрали в, по стеночке по одному, отдались, дальше уже проблем там, Фир что-то вышел на 1 в 3, попытался как-то еще дальше прожать эту точку Б, чтобы тиммейт быстрее перетянулся, там его забрали, все равно, ну, mm -hmm. очень странная такая тактика была от команды Хэллоуин Хилл. Но они на старте, знаешь, они пошли туда в окна, и они уже поняли то, что Сиачи, он агрессивно там поджал ангар. Ну и там колу было с Юра уже ротацию оформлять под Б. Из-за чего там уже вот какая-то несурядица получилась. Но, несмотря на это, как бы да, они теперь решили вернуться к ранней эстроте то есть э, э, сплитить карту, то есть э, захватывая все э, левые и правые фланги. Хичелки э, сделал контакт, при этом по как мы с вами видим, э, в прагмичу дамага не оформил, но э, и да и рядом стоящим союзником тоже его. Ну, Сиач, кстати, да, потерпел здесь прям серьезную такую э, неудачу, а именно потерял э, Реально порцию огромный дамедж, остается крапленный. Но, кстати, несмотря на это, спот-коннектора базы Б делает распик и забирает выходящего оппонента уже непосредственно с кона. А тут при этом он продолжает как-то немного вот эти нервы команды атаки делать. Конкретнее в ангаре базы Б. На снежок. Контакт минус артези. Меньшинство команды Heavenly Hill. Доходит все дальше и дальше. Но нет, Юра моментально делает размен. А, и смог под себя кидать HLP, дабы закрыть лонг и спокойно занять плент. Очень неприятная хе на голову. Флэш антипуш. И вот, и, кстати, она была очень сделана вовремя, но Сьюра просто в наглую решил прострелить дефолтный бокс, увидев дропнувшуюся флешку с под верха. Найтс под флешку залетает, судя по всему, в бланде находился сейчас Сьюра. Его он и забирает, второго также может, но нет, Фрагми дает размен. Остается ситуация один уже в два, благодаря Арвенти и фрагу по лангу. Остается 8 секунд, пачка не в контроле Фрагми. и это раунд достается в пользу команды Абсолют. А, ну и... Арвенте там уже все-таки добрал Фрагмича здесь шансов было немного, но, э, скажем, засуетились очень сильно. Вначале допустили ошибки Сиачи, опять же, со своей вот этой сверхагрессией, то он играет опорником базы А, то резко очень пропушивает мидл через даблдоры, и вот из-за этого геймстайл немного вот, меняется, то есть все-таки это показывает то, что колу у ребят есть. Ну, я бы не сказал даже, что колы это просто какая-то больше индивидуальная игра от Сиача, так как, как да, бы да. у него опыта очень много, и он старается лично удивлять как-то своих противников, потому что понимает, одной стабильной игрой на порничестве точки А, как бы не вытащишь всю игру, и надо просто импровизировать в каких-то моментах. И я подпушу там, на неожиданности, они не словят меня там. Я сделал фраг, хорошо получилось. Возможно, попробую еще один, нет, но э, хотя бы принесу какой-то импакт от одного кила. Неплохо. Снежок промахивается немного дымом, отскакивая он от дверного проема. Но вот замечает как раз таки в дабл дверях у нас оппонента. Ну, ребята, на теках, что что тут, было бы разумнее на теках вылететь в точку Б просто фуллстаком, как бы обычно все делают так. Если у тебя там экономически, вы закупаете теки, бежим просто плюс В точку Б. И это проще простого сделать, особенно когда там один опорник. То есть был бы шанс сейчас залететь на одного опорника. Артези. Нашел свободное, так сказать, окошечко в центре карты. И, возможно, прокрадется в. Ц... Да, в спину есть минус. Минус артези. Но. Поторвенти. Да, отлетело от Артези. Размен есть. Ся, очка красиво залетает под фрагми. И остаются 3 в 4. Ребята из ХХЛ. Ну, уже не 3 в 4, 2 в 4. Сейджура от Остаются 2 в 4. И уходят уже на пачку, естественно. Надо просто дожить раунд и сделать пару киллов просто, чтобы нафармить денег на следующий как можно больше. Ждать подпуша, я думаю, не стоит, хотя флешка залетела раз, да, там снежок, ой-ой-ой, подпушивает, все-таки делает грязь небольшую такую, решил сыграть на уверенности, на скеле, так сказать, и забрать одного игрока. Остался трейдэш с теком 1 в 4, 20 секунд. Да. Тут нечем э, нечему ему просто делать, хотя нет, он забирает Сиача путевкой в Набла и дальше он продолжает как-то раздавливать даблдор. Рядом лежит тоже так деватый и дропнувший его тиммейт. И Снежок его э, все-таки по итогу добрал. Пятый раунд в пользу команды «Абсолют». Череду этих э, двух раундов мы с вами увидели. Ранние проиграны и э, ранее тоже экономически проиграны тоже. Ну и сейчас full бай. У команды «Абсолют» все в порядке насчет экономики, то есть на следующий раунд у них более чем будет девайсов, чтобы ими уже как-то воспользоваться. Ну и сейчас Сиач также продолжается своей агрессией. Четверная просто раздробка вот тех самых хае, которые мы вчера увидели на карте, точнее на матче на Верте против Дабл Глори, где Дабл Глори реально показали результат. Но тут уже против Абсолют такие, наверное тактики не работают. Опять же, благодаря э, Сиачу, точнее Челпи, мы сейчас увидим рядом с коннектором, да, то есть он на старте пробегал, э, эти хаешки заметил, дропнувший, и сразу же Тимейтон сказал, все, ребят, там у нас почтальоны работают, поэтому не надо так агрессивничать. А вот, кстати, Сиач убил оппонента. Uh, уж точно я вам не, сейчас не скажу, но uh, сейчас уже происходят какие-то телодвижения на точку Б. Хаешка, -E Фир получает небольшой там либо дамаг. Трейдаш минус ЛЧЛП uh, сделал. Сяч пытается при этом тоже играть на агрессии. Флешку вверх отправляет, берет uh, м эм и обратно ее свапает. Фир пытается подпушивать, но расплачивается с моей смертью uh, и по голове получает. Снежок минус по трейдашу. Остается Соляна во фрагме, который ловит на ошибке Снежка. Попавшегося сейчас со стерсов. Ну а Арвенти и Сиач пытается, по крайней мере, давать сейчас отпор. Поджимает вот эти ближние позиции. Фрагми идет на топ мидл, чтобы встретиться с тем самым ответчиком. Здесь никого не наблюдается, так как Сиач находится уже в самом ангаре, складе. Ну а Фрагми есть еще один минус для тебя. Уже два в два момент. Сяч уже просто на опыте этот, скорее всего, слышал фрагмент, Нет, он просто игнорирует все, что происходило. Судя по всему, сиач бесшумно топнул. А -а -а. Бесшумно топнул. Звучит, конечно, интересно. Ну да ладно, фрагмент Поставил пачку, шифтит сяч думаю, у него были какие-то мысли насчет того, чтобы забрать на нож, но нет, тут уже главное, чтобы Найтс выжил, сохранил девайс, сохранил какую-то, опять же, вот эту закалку в виде экономики, шестой раунд, теперь у атакующих вопросы уже, конечно, возникают, касаемо оружия, утилиты и армора. Ну, я хочу сказать, что абсолютно нашли свою игру, они, так сказать, нащупали именно тот геймстайл, который надо было брать с самого начала, после выигранной пистолетки и еще одного форса своего, ну, фарм, скажем так, раунда, где они зафармили немного денежат. Надо было сразу же начинать так играть, а не отдавать 4 раунда противникам. Возможно, было бы сейчас уже 10-0, как вариант. Но, во всяком случае, главное, что они вернулись все-таки и показывают, что они здесь фавориты. Фавориты, в принципе, этого турнира. Это не только мы отмечаем, также и зрители отмечают это. И некоторые игроки, которые играют, там, это также это турнир это из Luxury Sports отмечали. Также и из Туглори. у нас драка отмечал, что как бы фаворитами могут являться здесь абсолюты, несмотря на то, что наш ушел, но они являются как -то, как -то, главным их врагом. И посмотрим все-таки, кто против Туглори выйдет в полуфинал, абсолют либо же Heavenly Hill. Найт получает флешку, они рискуют дальше пикать под нее, тут как бы мог распикать и тогда бы флешка взорвалась и, возможно, бы отлетел он. Но вот. Пока он живет. Трейдэш. Очень лизи здесь Снежок. Есть хэшот по нему. Неплохо. 4 хп. Сняли ему схолочные гранаты. Есть на шорте. Там перебежал игрок. Три на мэне. Еще одна хае. 49 остается. Ну, такая хорошая защита под точкой А, ну и то же самое можно сказать про Б. Где-то очень в нужных моментах ребята подпушат, когда чувствуют, что легкота идет, можно подпушить и проверить, есть ли здесь противники или нет, и дать информацию тиммейтам, тогда они прям угадывают с плентом, куда хотят зайти Хамлю хил. Вот чуть-чуть, на... но впереди, скажем так, по всем передвижениям, передвижениям команды, абсолютно очень даже впереди. Трейдэш, есть смоук. Ждет 25 секунду, но чуть-чуть даже раньше его закидывает. Знает, потому что очень времени мало. Флешка залетает в девятку. Все в блайнде. Надо выходить. Очень времени очень мало. Под девяткой есть игрок. Сяч забирает одного. Найт забирает второго через дым. Мне плохо. И последний дежур отлетает от Сяча. Дабл килл. 7-4. Абсолют уравнивается вперед уже на три раунда. И совсем скоро заберут уже первый план матча, дабы взять им еще один раунд там диглы. Диглы, потому что по 3000 на руках, надо делать какой-либо форс, можно замутить там дигл первый армур как вариант, и будет достаточно, можно будет коллажить, если еще и оформить с этого дигла какие-нибудь прекрасные хедшотики, будет замечательно. Ну вот, теки дигл, можно залететь на точку Б просто фаст, еще один дигл, ну ладно, два дигла, глок, два тека, в принципе, два тека в первую очередь летят, диглы там сзади где-то на тяжелую артиллерию, так сказать, оставить, и глок посередине как капитан. Ну, посмотрим, что будут предпринимать сейчас, опять же, таки, типа по точку А с пистолетами против Эма лететь. Ну, максимально тяжело это будет реализовать. Да, контакт, кстати, уже у нас тут на девятке произошел. Изюра. принял минимум, просто самую ближнюю позицию, вышел на Снежка, которого словил, в свою же очередь, на гранате. И опять вот эти моменты с гранатами, но ну во реабилитируется, берет двоих себе в руки, и HLP также Умирает. Но несмотря на это, ребята поставили пакет, собрали для себя такую экономику. Но вот сейчас прям была э, такая ну, странная, конечно, картина на экране. То есть очень много допущено было ошибок. Ребята просто вот не ожидали, что они так на агрессию выйдут. И, и э, вот просто подловят некоторых оппонентов абсолютно. Но несмотря на это, ребята все равно дожали опять же сяч, который не растерялся. Эту гранату обратно свапнул, э, в себе в инвентарь и взял лэмку то бишь с глушителем, ну и восьмой раунд по итогу достается абсолютом. А теперь уже бай раунд против бай раунда, но экономика дефенса куда больше говорит, что а, еще есть куда, так сказать, идти. Да, есть куда идти, есть куда расти, надо, надо фармить, надо фармить, чтобы хватило больше на количество раундов. У нас осталось, по сути, буквально три раунда, 11-4 могут абсолютно сделать, смотря по их игре, но Особо таких ошибок нету, если брать в учет только эти гранаты, но это просто тайминги, которые есть у абсолютно всех и от них никуда не избавишься, не убежишь и их тоже не исправишь как бы какими-то неполадками как бы, игры. Это просто тайминги, они абсолютно у каждого игрока, тир-1 сцена, тир-3 сцена, неважно какой игрок. Кто играет, как играет, только если ты не используешь гранаты, у тебя этого нету. Но при свайпе на нож там покрасоваться своим керамбитом, тоже у тебя может такое случается. Сиач. Mm -hmm. Снежок у нас успел уже отлететь на самом таком раннем тайминге. Тут сиач остается буквально один в сайту. И ребята больше тусуются как-то в центре. Карты минус еще Найтс от фира по центрам. Очень хорошо начали. Как-то от -Хилл идти борьба за данное пространство именно на карте. Почему-то не в точку решили брать, а центр набирать. И нехорошо хорошо получается. Они забирают игроков, тем самым просто немного освобождая э, пространство на точке A. А. Минус а? от Arvente, раз, размен Алфира Очень моментально близко Арвенти пытается за контейнер. Но надо было сначала забирать игрока в Дабл Дура, а потом уже брать и забирать и выходящего в мейн. Ну и Сиджура последний ушел и 8-5 все-таки. Да, 11-4 не будет. А вот 10-5 еще реально оформить для абсолютно как денег. Ну просто уйма. Да, да, очень достаточно для того, чтобы как-то показать свою силушку. А вы, друзья, не забывайте про наш Twitch-канал, который есть по закрепленной ссылке в чате, трансляция которой идет прямо-таки у нас сейчас. Вот то, что вы видите у нас на YouTube, также идет на Twitch в более, так сказать, детализированной картинке, чтобы посмотреть, можно было ее возможность на, допустим, телевизоре, плазме какой-нибудь и так далее. Ну и, естественно, не забывать про ссылки Shadow Championship, их группа ВКонтакте, туда можете пройти и подписаться. Трейдаж минус снежок на раунде и для абсолют не самая, конечно, лучшая картина раунда. В начале Артези у нас тут тоже поджимает, но Сиач ловит сквозь смог оппонента. За ним будет выходить эфир хочет там подобрать девайс, что он делает. Небольшой пиксель. Ну а Ферл. Ай-яй-хае. -ай -ай минус тоже тут 10% здоровья. И вот поджиму Тервенти. Неожиданно и второй фраг для себя имеет. Тут прям переборщили. И прям очень даже вовремя в тайминг с этой агрессией. И где чему? А 2, а в 4 для Heavenly Hill. Эти ребята сейчас будут пытаться вырваться на Б-базу. Ну и тут Crossfire Knights реализовал два фрага. Девятый раунд. А у э, команды Heavenly Hill, ну, скажем, девайсы будут. Ну, допустим, у Тридаши и Фрагми тут уже будут аля ля там какие-нибудь. Ну, вот, допустим, Тридаш уже говорит, что я беру МП-5. Ну, МП-5 тоже достаточно такой нехороший девайс, потому что в предыдущем матче через финал мы видели, как драка там на экономическом, ребята, забрали пару игроков. Драка взял девайс МП5, сделал минус 4 в итоге за раунд. Очень неплохо так с этой данной девайс. Ну, с 5 и без армора. То есть, они проиграли, правда, раундом, но сам факт, что они убили всех игроков, особенно благодаря Драка, то это прям неплохо. Девайс хороший. Ну, вот сейчас Трэдэш умирает. Дэш, даже правильно сказать. Читается у никнейм. Умирает и оставляет свою команду в четверых uh, Уже отыгрывать раунд до конца Последний раунд первого полный матча, кстати, это у нас, да 9-6, либо же 10-5 Каунхилл хае для Фира прилетает. Такая фирменная хае для Фира. Неплохо. 27 хп остается. Там еще одна хае залетает. Сразу же минус за Тарвенти. Вот она, вот она. Хаешечка родная. Пошел пи такой пиксель нашел. Кстати, раньше о нем даже вообще не знал, что здесь между данными боксами и стенкой есть такой вот пиксель. Но теперь буду знать, в принципе. Артези. Ну, ребята немного растерялись, как будто не понимают, что сейчас делать. Артези то туда смотрит, то туда, туда пойдет, сюда пойдет. И не, не знает, как правильно поступить. И, что там капитан, возможно, как-то придумает, подскажет ему, не знаю. Но делает какой-то раскид, закрывает нос Сити, как раз таки дает флешку, будет выходить. И, и что у нас там? Арвенти, Арвентин есть, а в коннекторе той которого просто не читаю. Да, он ушел в коннектор. А там игроки пытаются зайти. Это как раз в пленд есть минус от Сейджура. Улетел фрагми, к сожалению. И Сейджура остается в соло. Ты посмотри, что он делает с пачкой на девятку, как просек. Здесь и снежок рядом. Снежок рядом, слышал, есть формация 23 секунды. но тут на нож даже, возможно, будет нет, не хотят на нож. Да, М60 поставляется, тут пытается Найтс М60. Как минус снежок, трипл-килл есть, неплохо. А как же третий игрок с Алеса и Джура? Ты же слышал от него стрельбу, но... Десять... Там не хватало, пришлось как-то играть в агрессию. Ну, да, Не ожидал еще третьего справа, хотя, ну... Опять же, учитывая, как бы сам клатч момент, надо ожидать абсолютно все вещи. То есть, ну, допустим, да, он там как бы сделал по второму минусу, ушел бы, допустим, назад на релот, и там же бы смотрел на ситуацию. Вот. Но, э тем не менее, он решил сделать все подобным образом и решать именно ему, а не нам. Начало второй половины друзья. Э уже первая подошла к концу. Собственно, первой нашей на сегодня карте. Rust. Это пик команды Абсолют. И пока что они вполне даже доказывают нам с вами сегодня по картине э, прогрессии раундов, что это действительно их пик на сегодня. А вот и ребята из Абсолют играют уже за атаку. Выходом под базу А. Шелке оформляет фраг по 3D. также за ним делает еще один минус. Благодаря чему уже есть больше и более чем преимущество для команды. Атаки ставится должен просто пакет. Что они там бегают, прыгают с места на место, я не понимаю. Но фрагмент уже, допустим, успел найти. Фраг смог. Но дальше найтс, два фрага, челпи, поджим эм, мейна. Базы. Один стран Пистолетку забрали абсолюты. И как я вспоминаю, пистолетку эм, первой половины, кто у нас выиграл? Это, по идее. Команда Абсолют плюс. взяли первую. Абсолют. Да, 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 да. И то есть сейчас мы видим именно такую картину, что два подряд берут, и уже неплохо. Да, достаточно хорошо так отыграли. Очень Красиво. А вот что будет дальше. Сейчас узнаем. 4 мп 5, 3 мп 5, точнее, АКР шелпи взял. Сиач по 90. Кстати, заметим, что сиач 18 килов и Шелпи 17 киллов. Найс арвенти по 13. И снежок пока что на последнем месте. Таба. Uh, Сиача пушат. Есть минус 1. Снежок помогает. Найс также помогает. Делается дабл килл. Неплохо. Сиач даже как-то вот без выстрелов. У нас тут продемонстрировал стрельбу и киллы. Но, во всяком случае, эфир остается 1 в 5 с юспом. Да, тут экономический раунд ты HHL, а, что они в целом, кстати, делали на первой половине тоже, когда играли за сторону атаки, они там с пистиками гоняли, играли, и в основном, то есть я всегда сейчас вот замечаю то, что последние матчи, то есть по менеджменту экономики и всех таких детальных вещах, которые должен контролировать Кэп, как и в целом игроки, все очень грамотно, все очень на уровне, то есть дело экономически, то есть когда вы играете на испах, это более чем уместно особенно если вы там еще и массы играете какую-то, то есть чтобы, очевидно, дать самый максимальный дэмэдж и да, урон в одну точку. 12 раунд, все. По итогу юсп раунд отыграли HHL, имеют теперь бай раунд. Ну и теперь будет стоять вопрос, будет ли следовать после этого раунда серия проигранных. То есть экономически еще один от HHL, Uh, и далее уже uh, еще один, собственно, бай. Сейчас это мы с вами узнаем. Имеют они сейчас uh, полную заготовку. То есть в плане утилиты, конечно, прям все хромает. То есть, допустим, антипушка-ешку какую-то они вряд ли закинут, ну только там, разве что фрагме и. Fear, который находится уже непосредственно на точке, а первые тайминги очень нереально просто ловит сейчас фрагмент для себя момент, то есть он распикивал, получается лонг одного пропустил. И второй раз пикает, и только уже на второй пик он замечает оппонента. Люркер Сиачи. Его здесь Юра, кстати, подмечает и забирает. И Челпи становится антифлэш за красным. И тут просто гранатки влетают уже на плен под ретейк. И Челпи хорошо сейчас работает. Артей забирает. Лево не чекает. Трейдаш. Найс его забирает. И дальше просто вот в таком вот кроссфайре Армагеддоне нереальном происходит наш с вами уже... 13-й победный для абсолютов. И опять же, вот да, мы с вами видим, придется сейчас отыграть еще один экономический, дабы выйти уже на более какую-то приемлемую ситуацию. Либо же вот что они делают, это force раунд то есть уже двойная серия. То есть там так или иначе придется еще отыграть с этими фармилками, там, если получится, конечно, выиграть этот раунд. Ну там только одна МП7 и cent, то есть это эко, эко считай для них, там уже да, просто да. деньги были, взял. Неплохо, фрагми, минус один оформляет, сразу же в снежок, тут флешка тиммейтов, видимо, не очень хорошо залетела, а фрагми сейджур еще по фрагу, трейдер забирает у нас АКР, пытаются нашивать, как-то ребята, 3 в 3 ситуации, есть два калаша, есть МП7, замечают по девятке одного уходящего, сейчас буду принимать его уже сверху, снизу, артези. Да, забирает Арвенти сверху и остается Найс nice, 2 в 3 ситуации. На начал пить, здесь уже пробежался на девятку по точку Б, как раз таки успел занять хорошую позицию, а вот Найтс будет немного ждать противников еще из центра карты. HLP главное сейчас не высовываться, он может знать, где находятся противники, он начинает распикивать, он замечает одного, по нему информацию также есть, коннектора пошел топа, вся инфа есть, и 2 в 3 разобрать раунд для абсолютов очень даже много вероятно шансы есть. И также для ребят из Heavenly Хилл. Единственный момент, у них нет армора, есть диффуза у сейджура. То есть он должен играть как-то последним номером. Это очень важно, чтобы он успел раздать. Так как в нашей игре диффуза не скидываются после смерти. Есть минус один. Разменяли все-таки в плане смертей по игрокам. Прыгнул один в сайт. Минус Артези и Сейджура с последний остается. Как раз. Кемка перезарядка. Неплохо. HLP. Трипл килл. Берет данный клач 1 в 2 против команды Хэмли Хилл э, на их, скажем так, экономическом раунде, но подобранных девайсов. Эко начали прекрасно, но закончили, к сожалению, немного с, с таким грустью какой-то, не знаю. Чуть-чуть не повезло, Три в 1, вышли по одному. Как-то один сначала спрыгнул сверху с балкона, а потом второй спрыгнул с балкона. Почему вдвоем не выйти на размен? Забрали бы yeah. вместе, красиво так. Заруинил раунд сами себе то есть Сьюр, Сьюр, он как раз стоял за, э, за козырьком и э, именно в помещении. И вот почему э, не получилось вместе кроссфайером э, отстреляться против HLP. Да, очевидно, в этом моменте прям допустили ребята из Hvand ошибку. Тут они пытаются, конечно, реабилитироваться, сказать нам, что нет, мы нормальные ребята. Но тут ответка тоже им э, прилетает. Моментально Фир из-за эчпишной э, ситуации отлетает от хаешки. Прокинутая команда атаки в апартаменты. А вот и заготовочная вот эта хаешка, которая, кстати, очень сильно э, фира часто за сторону атаки его забирала. То есть когда абс Абсолюты играли за диффенс. Ну вот сейчас уже мы видим прогрессию под аплент. Принимают, конечно же, хэвендлихил информацию, что пачка находится именно на точке А. А при этом опорник Б базы Находящийся там Это у нас фрагми Ну даже не шагу назад просто Он выжидает этого э, HLP люркера А вот и кстати Нет пока что выхода не намечается Но там граната уже какая-то была откинута Преждевременно А вот и юра Уже фраги пошли на А пленте Найтс э, размен сделал 2 в 3 Ай-яй-яй ротация Вот и почему HLP э, хорошо отыграл в данном моменте Один э, уже Остается трейдаш в мейне базы А. Ну и э, будет расчекивающий центр. Может словить сейчас контакт с, со Снежком. Ну а Снежок выполняет скорее роль такого люркера и э, контроллера э, коннектора базы Б. Поставился пакет. Все, дальше здесь можно сказать, раунд уже достается автоматом э, команде Абсолют. А3 э, идет на КТ спавну постепенно подходя уже на вход в апартаменты, снежок. Понятное дело, тут никого не увидит. Ну, дальше максимум, на что он надеется, это, наверное, на фраг по ротации. И уже впоследствии чего там, что-то это да, поимеет, но ближайшего контакта он скорее не увидит. Ну, посмотрим. Тут заставить М-ку было бы хорошо, да. 1.16, yeah. да. там ребята ушли. Ну, конечно, я думаю, понял, что игрок шел через мидл, вот только что буквально, но не, пойдет искать дальше, пытаться забирать, потому что это очень важный девайс он засейвит, а купит просто тиммейту также хороший там фамас, например, и гранаты себе чуть-чуть купит там. Посмотрим, 3600, ну 3800 осталось, да, тут лучше купить фамас тиммейту, знаешь. Чем пытаться кого-то там выбить, где-то бежать на центр карт, там еще и бомба немного да, тебя да. заденет по дамагу, снесет. А ты, ты если лоучп останешься, она тебя и убьет. Смотри, не засейвишь им 16-ю, не тиммейту. А вот почему там Фиру тот же, тот же фамус не дроп? Трейдаешь. Ну, у вас как бы заключительный такой раунд, скажем так, да, да маппоинт вообще... идет. А ты с 2800 на руках не знаешь, чем это связано. Найт делает очень хороший такой важный минус на данном раунде для своей команды, потому что могут забирать. Тредайш минус еще 9 хп по себе получает играет так вот с M16, как бы сейчас ставки больше всего на трейдэша, именно как бы с хорошим девайсом. Фир на девятке, его будут читать или нет? Найтс отлетает от Фира, по 90, хорошо, размен будет, нет, лоучпи остается как бы 33 хп и без армора, что я очень сильно заметил. Минус артези немного тут так подставился под дверью, он, пытается М16 взять, точнее, мк неплохо, хорошо, трейдэш с Хае еще делает фраг, еще под Хаешечку попадает, у нас снежок, лоучпи остается, HLP, и Снежок. Я как угадал, что Трейд будет ключевым игроком в данном раунде у нас на победу для Абсолют, либо же камбэка для Heavenly Hill. Нет, Лебл он, к сожалению, не читает. И первая карта, пик команды Абсолют уходит им в карман, друзья. Ну, скажем, игра реально достойная. То есть, как ты ранее отмечал, когда мы комментировали еще первую половину раста, Ребята пока что не словили вот эту линию, и уже вот после там а, половинчатого счета уже как-то попытались, и они словили данный фокус на раунде и а, довели все до самого конца. А, и почему и мы увидели счет 10-5? А, уже к началу в второй половине. Вот. А так абсолютно достойная в целом сейчас была продемонстрирована игра. Теперь остается как бы вопрос, а что от вас стоит ожидать на второй карте? А у нас это бан, получается, был а, зона 9, у нас был бан Бриза, а нет, зона 9, прошу прощения, бан Сакуры. Следующий у нас как раз это зона 9, то бишь пик непосредственно Heaven Hill. Ну, насчет зоны 9, я думаю, здесь будет получше борьба, потому что на зоне очень хорошую борьбу, как бы, Хэмли Хилл показали против Ханли Спирица, вот, я бы сказал, ХВС и АБ, ну, чем-то схожи команды, они обе, как бы, доходили до такого уровня игры, чтобы играть против тир один команды и, как бы, противостоять им наравне, что одна команда, что другая, достаточно и медийные и хорошие по своей игре, и капитаны и там, и там отличные, я бы сказал так. Вот, и как бы здесь Хэвен там у нас с ХВС уступили чуть-чуть совсем. Вот и сейчас э, будем смотреть, что они здесь делают. Именно вот против ХВС на карте Зон 9 они выиграли со счетом 16-12. Сейчас, возможно, будет все то же самое. Конечно, абсолютно могли посмотреть, как там они играли, и как они сыграли именно их тактику, кто где играл, какие позиции. Они могут их сейчас читать и просто выиграть. И, э, 2-0 по картам абсолютно и все. То есть, у них есть какое-то такое небольшое преимущество в этом плане. А как абсолют играли в свои последние матчи? Ну, они играли вот не помню против кого. Честно говоря, ну там абсолют лакшери у нас будут играть. Я там видел их просто расписание команды: там завтра, если ошибаюсь, у них будет, или сегодня, после данного турнира, они будут играть еще такой вот матч в абсолюты. А так я не видел ближайших матчей именно полного состава абсолют. Причем у них там Шокензера раньше был, поэтому сейчас именно в данном составе это как бы такой дебютный матч. Не знаю, как они будут его проводить. Но пока начало очень бодрое. Включились после четырех проигранных раундов подряд. Да, помимо, кстати, Шокензера от них уже ушел Хила, то есть сейчас полным составом у них ребята это. Сиач и, ну, точнее, на замену Хила и Шокина, это Снежок и Сиач, получается, пришли. И я думаю, прям, ну, достойный, конечно, трансфер момент произошел. А, да, наверное, для многих ребят, которые сейчас находятся у нас в чате на трансляции. Не забывайте, кстати, друзья, про наш Twitch канал, где прям в данный момент уже проходит данный эфир, где мы комментируем данный матч, но уже в более такой детализированной картинке именно на Твиче, где, допустим, есть возможность уже там на плазме какой-то посмотреть, различные на диван там со всеми напитками и э, едой. Э, то есть в большем таком комфорте. И это будет действительно, я думаю, приятно для вас всех такой фичи. А закреп, собственно говоря, на Твич канал. Ссылка есть в чате. Обязательно пройдите и подпишитесь. Ну Шаделфы Чемпионшип. Начало, друзья, карта раз, полетели. Ну что, зона девятая у нас все-таки начинается, не раз раз у нас уже прошел, да, и мы готовы смотреть вторую Черный... карту абсолюты да, да. за защиту, а команда Хамли Хилл за атаку. Абсолют решили здесь начать за КТ, а вот не поступить как бы как свои оппоненты, начать за Т, за более такую, наверное, слабую сторону, хотя на зоне девятой здесь... Я бы не сказал, что КТ-сторона такая слабоватая. В принципе, 50 на 50 очень хорошо, если ты умеешь играть за обе стороны. Но как бы начать чуть-чуть преимущественную сторону, которая принимает противников чуть как бы всегда ну, на любой карте чуть, -чуть полегче в какой-то степени. Сейджура получает хае под себя, плюс флешку в лицо, а сразу же блайнди пытаются как-то ребята зайти в точку Б, но не успешно получается. Первый килл по фиру прилетает, Найтс его оформляет, Сейджура лоу остался, ну и ребята по точку А, где и шелпи в соло, опять же как и в раунде с э, Растом, он здесь в соло под данным плентом остается. На расте по точке Б был оформлять красивые фраги. Здесь по точке А. Ну, смотрим. Центр. Вроде там, да, и ребята должны сейчас замечать одного игрока в холле забирать это Сиджур, По нему там фраза была. Да, по нему есть уже инфа. Здесь Найс берет все внимание на него. Пачку надо бежать ретейкать. Очень серьезно. Арвенти вместе с тиммейтом Снежком Лоуч будут м -м, тут еще о чем помогать. Один м -м, на пробеге, второй на окнах. Арвенти. Хочу надо ставить, но сам получает. Также фрагмент делает еще один килл. Найтс, ну надо тоже помогать. Артези должен собирать слой снежка. Хэдшотик хороший с глока. Неужели это первый пистолетный раунд для команды Хевенли Хилл? Сейчас будет либо же клач от Найтса. Но времени нету. На defuse пачки делается фраг раз. И пачка взрывается 1-0 в пользу Хевенли Хилл. Да, да. Тут тоже пистолетка реально идет в их пользу. Зона 9 это пик Хевенли Хилл. Ну, посмотрим, увидим, конечно, как дальше будут работать абсолюты. Скажем, посыпались, конечно, да, и их ранний фокус сильно прям был сконцентрирован на квадрате, э, на вот этом вот помещении перед входом в склад и на дугу, э, из-за чего времени, как бы, ну, скажем, отчасти действительно потеряли. Uh, ну и что же? Да, экономический раунд, второй по счету на данной карте. На флешке Найтс стоит, чтобы откинуть своему тиммейт. И мы те уже uh, под мейн вышли агрессивно сыграли против оппонентов. Команда Атаки. Первый, второй фраг на нож, плюс 3000 долларов. Еще и минус по фрагмам сделает Арвенти. Отличная игра и отличный экономический раунд. Тут понимаешь, насколько грамотно сейчас реализовали себя абсолютно. Это, это, это просто невероятно. Друзья. Первый раунд а, уже для команды Абсолют. Да, вот такой вот раунд выдался достаточно интересный и в их пользу. Даже неожиданно как-то от них это видеть. Но, видимо, они решили все-таки на своем, ой, на пике противника, сразу же включаться в игру, а не отдавать несколько чередов, не, некоторую череду раундов. И начинать как бы прессинговать своих противников сразу же с самого начала игры. И, естественно, это очень хороший ход. Для них сейчас они на крутых девайсах у противников экономических, у них калаши, мп mp5 там 4 даже редко кто использует, но очень интересный Сижок все-таки с ней играет. И ребята сейчас будут набирать раунды из-за КТ сайт. Это прям супер э, расклад для них, я считаю. Да, между контейнерами остается еще один игрок, последний выживший уже на окнах, трейдэш тэком. ничего не делает. Фул состав АБ просто выжил. Там дамаг даже никто абсолютно не получил из них. Все фуловые, никто не будет закупаться. Там пару гранат закупится. Найт скинул там девайс, видимо, с кем-то поменяться хочет, либо себе закупит просто другой. 10 900 Арвенти, 6 500 Сиач, 7 900 HLP. Просто лучше расклада, но ну, не может быть, я считаю. На 2-1 счете, на третьем раунде прошедшем, это лучший расклад, который мог бы быть вообще в истории для них в этом матче. Да, то есть на четвертой нумерации раунда иметь вот такую экономику, при этом я вообще не понимаю, почему берет там по пяту, когда у всей команды есть экономика, то есть и Сяч, ну, опять же, это их решение, они хотят продолжить свой фарм а, раунд а, какую то да, хотя против, опять же, оппонентов с основными девайсами, очень сильно я хочу это отметить. А дальше на складах силы контакт, Сяч прям очень сильно переборщил со своей агрессией, то есть на расте, я так понимаю, он прям эту карту чувствует, но вот сегодня уже иной момент, снежок, очень хорошая хе отправленная на склады, причем забран был... Э, сзади находящийся оппонент э, союзника. Это у нас авто, это, да. ну и э, Снежок, контакт, минус Юра. Дальше размен хаешкой от Фрагми. Э, тот находится на дуге. Второй минус оформляет. Один, теперь в один. Как он выбил этих опорников в Б-точке? Спокойно теперь может ставить пачку, но понимает, сейчас Челпи просто нашумел. Фрагми это слышал. Он будет идти и делать из данной ситуации полный мясо и полную грязь. Он обходит и просто отыгрывает, сейчас три стайки умов, HLP. HLP также не подозревает, что в его спине находится противник, и да, фрагмы оканчивает данный раунд победы себе в карман, но казалось бы, казалось бы, да куда вы посыпались, Абсолюты, а? Три в один были, а теперь, а теперь что? Отданный раунд. Мп5 да, в складах, раунд. понимаешь? Ну, МП5 что? закупать, Тратить девайс, э, как бы М5, который такой достаточно неплохой и может соперничать против Калашей, э, покупать, и, там тратить 3 с копейками тысяч на М16, ну, это как бы не, не особо экономично для команды, несмотря на то, что у них там куча денег было, да, согласен. Сейчас они все равно full buy. Там еще 8, 400, 3, 400, 4,600 стоит игроков. Мы потратили раунд, хорошо. Они тем самым, как бы, если сейчас забирают раунд, они уходят еще на одно эко противника. То есть, у Хилл проигрывает. Еще одно эко для них будет. То есть, это такой, возможно, их стратегический ход. Видишь, фрагби подставляется. Сразу же минус от Арвенти поступает. Неплохо. Преимущество все хорошо, красиво для абсолют. Идет чувствуют они себя уверенно на пике противника. Даже здесь не особо какого-то есть ребята ребят э, опасения на проигрыш. Арвенти уже трипл оформляет. Луч Пи остается. Он последний сейчас Джура. Меняет калаши. Здесь пытается просто мансовать как боженька. Но не особо получается. Арвенти квадрокилл. Квадро на центре карты. Ну вот это где твои МП5. Вот против МП5 и квадро Ну как бы понимаешь разницу, да? То что, ну подумаешь, там какая-то МП5 была. А здесь квадро на следующем раунде с эмочкой, Хороший тоже. Как бы отдали раунд, что страшно? Ты посмотри, сейчас глоки. Ну вот и все. Это четвертый раунд легкий. Один отдали легко, один легко забрали. Э -э, арифметика, просто математика. Да, но тут как бы вопрос, зачем Сьюру брал ту МП5, которая тоже стоит как бы те же самых полторы тысячи долларов. Ну, да, он сыграет как танкером, то есть каким-то последним номером, и ясное дело будет давать такой основной дамаг, и его тиммейт уже, как знаешь, в шахматах пешки. Хотя пока что играет первым номером, вторым, Снежок уже в ожидании, уже видит оппонентов перед собой, но спрей вообще идет в молоко. Встречать должны сейчас абсолюты противников, уже с поддуги дуги ребята занимают ближние. самая позиция уже врывается под плент. Найс минус, Фира делает. Юра, первого контактного, пытался что-то с ним сделать, пачку. При этом ребята сумели поставить, отвести все глаза команды абсолютно забегающих по побок, боку. А то есть, слева и справа, а центральный уже ставил пачку. Что было действительно грамотно. И теперь уже по экономике у ребят все куда лучше, чем могло бы быть, если бы не поставили пакет, очевидно. Да, тут уже согласен. Небольшая такая ошибка команды именно абсолютно. Но. Что ж, калаши? Калаши. Калаши. И трейд дэш у нас без гранат. Хотя, в принципе, там хаеш можно, отличить. 300 долларов, если ошибаюсь, не стоит, да? Да, да, то есть 300 то есть долларов плюс еще закупить, так же. Ну нет, 300 долларов, все, просто смог, ну либо смог, либо хая. можно было бы спокойно закупить, но он решает как бы себе оставить, ну ладно. Посмотрим, смог бы как бы пригладился в любом случае, вот именно дымовая граната, а хае там тоже закинуть, почему бы и нет, добить противника, либо просто пронести дамаг, было бы неплохо. Только все равно, как бы ты, ну, да. так или иначе, будешь делать экономический раунд, да, и ладно, если там фулл закуп гранаты не делаешь, ты оставляешь примерно там сколько, тысячу э, долларов, да, и на следующий ты там, возможно, закупишь еще один калаш и второй армор. Если тебе повезет, конечно. А так, ну ладно. Снежок первый килл. Сразу же размен от Сейджура. Найтс дабл килл. Неплохо. С Хаей СМК -ки оформляет киллы. Артези остается вместе с фрагми. Вдвоем на складе один игрок и один на дуге. Прям булу Фрагми. Будет ли его чекать, как раз-таки, вот э, оппоненты или же нет. Обычно данный угол всегда прочекивается. Очень часто. Чаще, чем э, либо другие углы, вообще, в принципе, на картах других. Самый популярный такой угол, вообще, в принципе, наверное, узнаваемый, да. И наши не будем играть 2. Псяч делает минус. Артези остается 1 в 4. Слышит сзади игрока. Флешка отворачивается. Будет ли по нему фраг? Ух ты, Артези так неплохо. Хотя шанс для Челпи был реально хороший забрать его. 1 в 3. Угу. Ну туда остается у него смок и фуллар Команда прям рассыпалась на глазах. На 30-й секунде распикивается под дуги. Пачка находится у него но 30 хп. Его здесь мог контролировать Сяч, но его вижен был не в полном, так сказать, объеме, обзоре. Выход под плент, а Хаешка от Найса ну, заканчивает данный раунд, очевидно. По нему минусом. 5-2. Хорошее принятие. Абсолюты прям ну, показывают себя во всем. плане очень хорошо. Да, почти 16 тысяч долларов в то есть в целом экономика прям вообще на левеле у команды Heavenly mm -hmm. Hill, проблема за проблемой, дилемма за дилеммой. Насчет вот таких мелочей, то есть когда ребята не закупаются там какими-то гранатами, то есть, ну, скажем, они, наверное, имеют какую то опять же, все в голове сомнение и паттерн того, что, а если, допустим, там, в следующий раунд мы... Uh, точнее, этот раунд мы продуем, в следующем, может быть, это, эти 300 долларов что-то там не скомпенсируют. Но, опять же, это мелочь. Ну и вот, HLP, Арвенти uh, делает контакт, два минуса для себя оформил в пленте, работу проделал. Ну а дальше там ретейк уже от команды Абсолют. Uh, для нас uh, уже недолго нас ждать, потому что уже на мейне двое игроков, которые, кстати, получили по 70% почти что дамага, да. Носяч. Минус Снежок. Боже, Фиш, что ты делаешь? Сейчас может произойти, конечно, переломный абсолютно момент. Один в один. Ставится пакет. Арморов нет. Под себя кидает флэш. Дабы как-то Найтса замотивировать больше двигаться. Спрейт э, влево стрейв дает. Найц по нему информация э, по Фиру, точнее, имеется. Спрейд в Найц, но Найц э, не дает возможности по себе оформить минус. Шестой раунд... Э, на 4 раунда ребята вперед уже оторвались очень серьезно, максимально, насколько это возможно. Ну а Heavenly Hill, ранее оформив форс-раунд, теперь будут брать фулганы и уже выбирать какой-то вектор атаки, более выгодный для них. Я еще пока что не видел, как бы такого более полноценного холдраунда. раунда Да, они там поджимались под бэплент, и у них э, получалось как-то со складов и дуги заходить, но в основном оно все заканчивалось какими-то либо ретейк-моментами, ну, либо просто их перестреливали по индивидуалке, что прям было ярко выглядит. Да, насколько бы хорошим миром не был бы фир, насколько бы красивых хайлайтов мы от него не видели, но. Одного скилла мало, был бы армор, вытащил бы, я более чем уверен, вытащил бы этот, этот раунд против Найтса, потому что армор такой очень важный параметр в нашей игре, как-никак, и он бы остался там, был бы HP после последнего стрейфа. Все, между контейнерами есть инфа, минус Сайджура, как-то странно так Сайджура там отыграл, даже не особо брал внимание шлопи здесь, как противника, просто отпустил его, только в последний момент пытался на него взять какое Либо внимание перестрелять. артези остается в соло 1 в 3. И я просто не вижу команду Хелл Хилл на сегодня в нашем матче на зоне 9. абсолютно. Ее просто нету. Зашли ребята, но как будто и не зашли. 7-2 счет в то время, когда у Найца 13 киллов, Арт... арвенти 15 киллов. У ребят из Хеллли Хилл максимум по 6 киллов. Фрэгми и Артези. Что с ними такое сейчас? Это их пик. Я не знаю. Вчера на зоне я смотрел зону. Даже пересмотрел специально, потому что они выиграли немного так. Хорошо, они играли как-то лучше. Сегодня ну, это не их зона, я их ее не вижу. Либо абсолютно реально посмотри, пересмотрели тоже демку зон 9. И они читают всю команду. Просто все движения это заметно по их игре. Они просто читают, перестреливают, переигрывают и не дают даже продохнуть. Просто доминируют абсолютно на всей карте. Абсолютно, будто это мидл, даже где-то под агрессией сыграют, где-то в тыл про немного проберутся. Да. И Вот сейчас выход минус есть, а размен торвенти. Просто в дуо сыграли, красиво сделали размен 1 на 1, потеряли. Одного игрока Фира, кстати, который вот буквально недавно блистанул своим таким небольшим, скажем так, моментиком, постаравшимся взять э, клатч э, хороший, но в итоге он его проиграл. Но все же достаточно неплохо. Вот сейчас Арвенти, как он сейчас он увидел голову, я надеюсь. Он дал информацию, что он как бы был игрок, как бы там голова есть. Mm -hmm. А вот окно: либо мучек пробег, либо окно надо сбивать одного сразу кто-то делал дабл килл. Но нет, Артези его успевает разменять. знает под флешку, перебегает. И надо бежать на точку А. Ситуацию 2 в 3, но вот только Хавнахилл сказал, что их нету, они только включаются в эту игру, 7 килов уже есть на своем счету, надо ждать тиммейта с пачкой и Сейджур тоже как бы под точкой Б здесь, тоже как бы опасается, думает зайти, не зайти, ждет возможно какого-то люкера, который пойдет в спину, но ребята вроде пойдут через кт там и телепорт либо они думают это б сайт серьезно вдвоем сюда пришли точка открыта полностью там по ней информация есть что она открыта ее заняли нет они идут под б делать минус раз я размен ну для сячь с half пик лач 1 2 как бы на ваших экранах да набирает клаш ну достаточно активно идет как бы в аутсайд можно сказать что вроде бы попытается нет все уходит в теспаум будет сейвить ганны сейвить экономику то есть за такое время очевидно он уже не успеет никуда добежать максимум что это просто опять же на ротации забрать оппонента Грамотная игра, то есть даже несмотря на экономику все равно девайс опять же калаш который можно подобрать только спавшего террориста ну почему бы и нет но первый раунд спустя уж действительно очень большую череду а точнее 6 победных Команды абсолютно, ну, уже мы увидели наконец-таки первый. То есть уже ребята немного, так сказать, вошли в курс дела. Ну и уже пони примерно понимают, как нужно играть на зоне опираясь на прошлый раунд. Как они вообще все сделали? То есть, конечно, сложно. Туговато, да, я понимаю, Хевен Хилл прям сегодня не это очевидно, не фавориты, но. Собой пик, стараться довести до самого конца. Очень нам с вами нужно, чтобы уже увидеть Десайдер, кстати, Сэнстоун, между прочим. Ну а Снежок находится уже в опоре. Под Б стоит два игрока. Ну и в целом по расположению диффенса у нас тут 2 1 2 схема. Один из которых это на компах, стоящий Найтс в опорной центральной позиции. На эфиры Артези постепенно поджимают с левой и правой части мейна уже точку А. И, судя по всему, намечается сплит точки А. На HLP может словить э, первый контакт на карте зона 9 в данном раунде. Ну, имеется фул набор гранат, арморы, и тут ничего даже прям, ну, никаких проблем, очевидно, нету. арвенте Артези забрал, ну, дальше там вроде бы и контакты какие-то на девятке дождь произойти, но арванте хорошо себя показал сейчас на э, контейнерах сэндвича, а HLP Тридеша забрал. Выход от фира тоже оканчивается проигрышем, как и его союзник ранее. Фрагми и Сиюра вдвоем. Ну а фрагми сам пытается как-то продвигаться на компы. Там его встречает со всеми объятиями Найт. Спершу от налета. Ну и контакт от Юра. Один фраг сделал. Ротацию дальше назад оформляет, понимая, что здесь его будут до самого Талого давить, чтобы не засейвил противник. Хаешка просто оканчивает э, жизнь с Юра э, в данном раунде и восьмой в пользу Абсолют. Отличия прям достаточно серьезное уже. Ну и э, Heavenly Hill вам сейчас стоит очень сильно задуматься над нисходом э, дальнейших э, раундов. Да, над исходом надо задуматься, но надо задуматься еще над своей экономикой, которой ну, плохо немного на протяжении всей игры на зоне 9. Да не только игры на зоне 9, я бы сказал, на расте тоже там не особо она блистала, честно говоря, в каких-то моментах. Один-два момента, где можно было немного похвастаться чуть-чуть экономикой своей, там много денег. Вот-вот, пока времени пришло до закупа определенного девайсах, да, но еще пи, замечал одного, был шанс дать хедшотик красивый, ласковый такой по хэдшоду по головке Артези, но нет, он решил немного агрессивно сыграть, Найтс капитан делает минус фир, минус снежок сразу же отлетает в размен, 4 в 4 ситуация, трейдерш у нас по 90, 2 тека и глок на руках Артези. 8-3 счет. Первый половина уже так или иначе за команды абсолютно Они могут набрать еще 4 раунда себе в копилку и сделал счет 12-3. За Т им там пистолетный буквально взять. 13-й это будет, ну, плюс экономический, там, 14-й, то есть, ну, понимаете, то, что любой счет, который будет превышать 10-5, это уже сверх хороший счет для команды Абсолют. А вот для Хамлер Хилл взять 8-7 будет более чем, я думаю, достаточно в данный момент было бы идеально. Неплохой такой вроде бы вход, но все-таки гранаты, гранаты защиты останавливают немного движения. Минус Артези делает по Найцу с... Керамбита режет игрока неплохо Артези еще калаш подобрал Делает фраг очень плохо Немного выступает Сиач на девятке Остается HLP один Эко отдать Просто абсолютно А что это? Почему вы отдали сайт? Почему никого не было за реактором? Сиач ни одного не убил Саимом просто вообще ничего не шло Печально, конечно, от него это выглядело сейчас стрельба. Даже немного разочаровался в его имя в какой-то степени, но э, он, э, скажем так, заруинил именно данный раунд почему-то как-то. Хотя мог забирать одного, а то и двух игроков команды Хилл». Ну да, там он находился в таком моменте, что откидывал этот смок через правую часть перегородки. Из-за чего там вот этот тайминг неприятный случился. Ну и э, дальше заретейкать B сектор не получилось. Четвертый победный для э, команды Heavenly Hill. Ребята имеют уже экономику. Как и их как бы, противники, то есть чем-то отличительным, как бы ничего не, не сказать. Про отличие, то есть, тут максимум, что это в плане фрагов. У ребят есть нюансы реально большие. То есть, тот же самый Артези а, находится им в MVP команды Heavenly Hill. А, по 9 фрагов имеет, ну а абсолют у них там куда лучше. Все, ну, понятное дело, по взятым раундам это и так понятно. А, трое выходит на Б. А, си... Ну и принимают они абсолютно такую же схему, как и было ранее на раундах. Не играть 2-1 центр в компах и 2B. Ну а Рвенти как раз отыграл свою роль по дап выходом с мейна. Ну а его тут же ловили. Сячка настреливает смоки тем временем, да, и э, контакт снежок получил на Б-базе там выходу из пачки произошел. Артузи хедшотик ставят отличный по книжку. Ну а смог также Сяч отправляет в пленд дабы как-то немного закрыть вижен и дать понять, что не все так гладко. Ну и Артези тоже смог на 9 оформляет. Ставится пакет, далее 3 в 3. Сяч ловит контакт Собственно, темный эфир отлетает. 2 в 3. HLP заходит в спину оппонентам команды атаки. Находит для себя первого и второго. Найдет ли? Да. Также отправляет путевку наблюдателей в Фрагме. Девятый а, раунд. Либо 11-4, либо 10-5. Посмотрим мы сейчас с вами на данный момент. Ну, да, да это я немного пре преувеличил. Тут, то есть, как бы 9-4 еще. Еще есть возможность у команды вполне Heaven и Хилл довести все до ума и там 9-6 даже. Да, именно 9-6 можно, но я думаю, вряд ли такое как бы будет, учитывая, что они дают раунд через раз. Там Не знаю, что должно случиться такого абсолютно, чтобы они отдали сейчас два раунда подряд. Там, у них с деньгами все хорошо, даже если два раунда подряд проигрывают, у них деньги все равно и будут оставаться, но даже проиграть Сейчас там 13 тысяч, даже если Найс там авики закупит вместе с Сячем своим тиммейтом 60 эти пулеметы. Флешка есть, ты выходит, киллов нету. Хаки отпрасывает. Минус Арвенти подставил немного. Но Арвенти вместе с HLP все-таки дали размен со сколочных гранат. Через мейн будут заходить сейчас в точку А, ребята. Один на платформе. Кстати, именно с пачкой остался игрок. Там Сиач. Неплохой врыв в смоки делает фраг. Рассы надо очень. Просто максимально жить. Не запрыгнешь ты здесь, там рядом боксы есть, все просто, ну, попрыгунчик здесь. Я думаю, он должен был это знать. В принципе, все это знают. Я не знаю, почему он тут, как бы, там специально есть Супер дополнительный рост, бокс. бокс маленький. Ну, Снежок. Клач один в два, рядом игрок, но ну, тут в ухо должно прилететь, он выживает. Должен быть ответка от него. Да, есть ответка в голову под трейдэшу прилетает. 47 хп остается у Снежка. Что у нас делает фраг? Точку Б пойдет. Тут Снежок как бы тоже может выйти на улицу под э, Хаммер и сделать фраг. Либо же Снежок э, подставится как раз-таки вот именно по центр, когда Фрагми будет прыгать вниз. Фрагми, да, он уже, судя по всему, планирует выходку и дроп. Ну а, а и а, да, я, я. находит Снежка, забирает раунду. Тут прям вообще он хорошо сыграл. Это было прям видно по нему, потому что он планировал этот прыжок, этот, этот десант. Ну и о, последний раунд у нас в первой половине сейчас будет заключительный. Вот, что же. Экономика, экономика есть у обеих команд. Там такой у 3D, конечно, нет. Флешки смока, у Сиюра нет смока. Ну, не полноценно, конечно, но тем не менее, основные девайсы есть. Гранатки, которые можно подъюзать, тоже есть. Смок на камеры. Здесь уже прострел от Arvent. Начекивает, начекал при этом он мидл. Ну и HLP хорошо нашел для себя фраг, параллельно ловил флешку лицом, фрагме минус, заходя через мейн оформил. Дальше поднимается девятка, занимает ее HLP, а дальше, точнее окна, ну, и э, команда Heavenly Hill предпринимает решение, скорее всего, оформить ротацию в кондеры и под базу Б что замечает э, вроде бы как Сиачь находился он сейчас в мейне, вроде бы расчекивал кондера, а фрагми продолжает стоять на месте. А уже там пачка ставится на базе Б. Сейчас все-таки находит для себя фрагми и клатч 1 в 3 для Артези. Да, клатч вместе с пачкой, но тяжело, конечно, будет только если игроки абсолютов будут выходить по одному. Там КТ вроде бежит один игрок, и двое через телепорт. Артези это все будет прекрасно слышать. И он, если забайтит сейчас как раз-таки, да, он байт С КТ игрок в спину заберет. Смотри, HLP. Спину просто. Ну, с юспа даже. Даже с юспа не сэмки забрал. Я думал, может, были какие-то мысли там на нож. Подойти ближе чуть на нож. Но такой думал, блин, далеко. А вдруг он повернется, расчекает, а, и, меня убьют. А там еще и клатч возьмет 9-6. И будет сильту абсолютно. Не, я лучше заберу. Как бы, и мы уйдем спокойно с э, копилку с раундом. Да, ну и неплохая, неплохая первая половина, скажем, полная копия э, карты Rust, э, из-за чего э, у нас тоже возникают как бы вопросы насчет вообще готовности зоны 9. А сейчас э, самая главная задача это, конечно, забрать пистолетку и второй раунд после самой пистолетки э, и Дальше уже как-то прогрессию оформлять, то есть там постараться еще и третий добрать, то есть довести все до счета 10-8. А там уже и э, не за горами, как бы камбэк на счет 10-10. Да, насчет камбэка. Надо тут задуматься Хэвнер Хилл очень серьезно, потому что одна карта уже проиграна, и как бы 2-0, ну неприятно уходить, у нас только один матч был, который закончился со счетом 2-1, это самый первый э, матч, где у нас играли Лакшери Спортс против команды, я уже не помню, что я говорю, Heritage, вот, да, такой мощный матч, все три карты игрались, но ну, смотрим, как тут заходят Абсолюты, как к себе домой, забрав одного игрока, даже отпору какой-то Хэвнер Хилл особо не дают по ним, там немного гранаты перебрасывались, смоки, все идеально вроде бы у ребят из Абсолюта, выглядит. Фир делает минус HLP. Снежок закидывает флешечку такую неплохую. Под контейнером ловит сразу же трейдэша в голову одного. Второй игрок есть. Артези размен спа, Прекрасно. Глок есть. У Арвенти отлетает. Найтс на пробеге в самом начале его. Голова по Фиру пролетает. Раз. Арвенти минус фрагмент. Артези остается в соло. Надо дефьюзить. Есть смог. Две секунды одна. И не попадает там сяч. Вообще ни одного выстрела. Видимо в этот смог. Дефьюз есть. Пистолетный в копилочку. И это по пистолетам 2-2 было тяжело прочитать позиционирование оппонента и э, до пачки, из-за чего вот э, Сиач, да, не получилось. Не получилось, смог, опять же, который мешал э, разглядеть противника. Ну и вот, э, хорошо, начало, как бы, положено, ребят, Heavenly Hill, все, у вас даже есть один оппонент с эмкой, э, кольтом, с глушителем, и, как бы, его уже нужно максимально сохранять, это уж точно. Ну, а, а наши АБшечки уже направляются под базу Б. Подозревает ли об этом наши с вами Heaven и Хилл? Сейчас, конечно же, с вами узнаем. Двое на девятке, один под Хевеном. Ну, а фрагме... Да, как, как раз находится под тем самым Хевеном. На темной ноги. А смог ему тут такой прилетает на закрытие. Ребята сразу же ставят пачку. Уже имеют, так сказать, для себя экономику. Хотя, да, вот только сейчас она поставилась. Все, теперь уже более-менее да, можно поесть. Самое главное, Глыки как-то пытаться реализовать один там девайс. Выбить. Вот, кстати, эфир на ближний идет. Арвентис с ним как раз и контакт получил. И почему-то эфир вообще как-то не в ту сторону в степени стрелял, судя по всему, блайн словил какой-то плешки, но и. Артезим там у нас размен. Равенти минус по Юра, фрагмент летает, 2 в 4. Как ребята теряют данный форс раунд. Просто невозможно понять нашими с вами глазами. Тут только уже индивидуалка. И непосредственно от самих игроков нужно по ним, им задавать вопросы. А, да, кстати, интервью, которое у нас сегодня будет в конце матча. Уж надеюсь, то, что после третьей десайдер-карты. Но да, а... Все, по, по сути дела, ребята из Абсолют полностью себя показали уже на втором раунде, полностью экономически при этом отыграв. То есть самый важный момент, они выиграли экономически. Да, экономический раунд один из важнейших такой, но для Хэмли Хилл это прям очень все печально, они должны сейчас сделать эко. Ну и для них, я думаю, они там в глубине души понимают, что, возможно, это начало конца. Конца их не участие на и чемпионшипе почему-то мне прям очень серьезно так кажется. Хотя, вспоминая немного просмотра зоны 9, есть какой-то шанс. Вот я вот прям чувствую, что все-таки они смогут как-то камбэкнуть. Им главное нащупать именно ту игру, которая должна подойти против абсолютов. Но против них тяжело играть, учитывая, что в составе Сяч, плюс Снежок эти два игрока, хоть они и там на лоутабе сейчас вдвоем сидят. Ой-ой-ой, эфир, неплохой хэдшот, размен Снежка. Сразу же там у нас Арвенти Найтс в топ-фрагерах вместе с HLP. Арвенти вообще 25 киллов летит, тут Арвенти, ой-ой-ой, прячет, крэр, как коварно делает. Ну, правильно все-таки делает, чтобы не отдать девайс и не дать какой-либо шанс. Артези замечает одного на контейнер. Сразу же пытался как-то с здесь настрелять по нему, но смог придать чуть, чуть вовремя. Хаэт Арвентип, сразу же даблкил килл. поступает. По трейдэшу и остается в фрагме. И Артези неплохо. Найт с капитан команды делает еще по фрагме. Килл Артези на хелпе один. В на нож пытаться кто-то смог. Нет, Снежок его добирает. 6-12. Отрыв колоссальный. И Сейчас будет раунд, по которому мы можем спокойно будем понять, кто выиграет зону девятую. Камбека после 13-6, если будет, то ну, экономически еще один. Луз-бонус маленький пока что. 13-6, uh -huh. это экономически 14-6. Ну, то есть все очень печально выглядит сейчас для Хилл. И шансы на них там 15% буквально на победу, в принципе, на данной карте. Реально, вот серьезно, объективно, если смотреть. Команда не выглядит на то, что они настроены на победу. Хотя я в них верю, почему-то вот мне глубиной души кажется, что, ну, парни могут. Главное собраться. Фир, я знаю, как он может тащить, как он тащил там э, на мейджор игровой стадии, растаскивал э, хороший тир один по -ко коллективу игроков, вытаскивал очень серьезно. Но сейчас просто... Абсолют показывает тотальнейшее доминирование, после которого ну нереально как-либо вернуться в игру. Я не знаю, Абсолют сейчас реально могут ворваться очень серьезно в тир 1 сцену после данного турнира. Для них это просто очень э, шикарный шанс. HLP, трейдеша здесь ловит э, с тыла, просто читает абсолютно всех игроков команды Hamlet Hill. И шансов на то, чтобы сделать какой-то ретейк, камбэк, о котором уже даже и не говорю. Ну нету. Бай раунд Heavenly Hill напросто дают, Артези идет на сейф своих арморов 71%. Плюс до фускиты, как бы. Ну, то есть от следующего раунда отыграть, какого-то там камбэка добиться. Ну да, будет реально сложно. Надежды есть. Они всегда с нами. Там и, и Виктории, и Анастасии, и не только, но вот надежда, которая нужна, действительно Heavenly Hill. Она есть только у нас, друзья. Только у нас зрителей э, турнира Шаделфи Чемпионшип. Только в наших сердцах и только в наших э, головах. Вот, друзья. Тайм-аут ребята все-таки берут, понимают, что нужно немного сбросить темп. Давайте пока что посмотрим на общую статистику. Карты. Зона 9. 16 фрагов. В 1кд выходит «Тартези». Фрагми э, на второй позиции 13, э, то есть не особо так далеко ушел от Артези, но а в остальном ребята там уже чуть пониже э, играют по статистике. Фир, Сеюра и Трей Дэш. У команды абсолютно очевидно здесь все по показателям прям ну, на пиковом уровне, скажем так. Э, и, э, ну, понятное дело, Арвенти тут 25 минусов сделал, Найтс 20, ну и HLP 17 по показателям именно килл. Тава. Но вот Снежок и Сиач. Сиач что-то вот прям себя вообще на зоне не чувствует. Ну, понятное дело, его ранняя игра, вот которую он играл, она была, по идее, где-то пол полгода назад примерно, то есть вот цене. То есть Больше даже, наверное, богу. год. Да, да, даже, наверное, год и э, почему, и как бы сейчас происходит вот такой вот момент, что на зоне 9 он себя не прям ярко показывает. Врыв под базу Б, лево не чекает Найтс, но фрагми, конечно же, моментально его тут сносит. С МП-7 теряя при этом девайс из-за того, что по нему минус оформили, а пачку вообще в спине ребята держат. Ну, вот, вот это вообще такой момент, конечно, странненький, но тем не менее. Хэшку в отправляют, 3 дэш, и по нему здесь crossfire, судя по всему, будет оформлен. Да, Снежок вышел на правый э -э стрейф и дальше врыв база Б. С под квадрата будет выходить Сиюра, Дигл на руках тут уж, естественно, должна произойти какая-то магия Хогвартса, там, Гарри Поттер, все дела, Дамблдор, и О, чтобы Фиура там прям своей этой палочкой магической экспертного патроном сделал. На, Сейджура, что, выход сразу хэшот одному, потом второму прыжок. -а -а -а! Вот первый хэшот есть, Сейджура! ты, ты просто реально заставляешь э, тут немного меня волноваться своими такими фрагами, хедшотиками. Время есть, вроде бы позволяет. Ну, снежок. А я есть, но там снежок понимает, что на складе, как бы, да. Ой, на складе на дуге. Деф, 4 секунды. Будет ли фраг? Есть. Фраг, что то от снежка. Но суджура попытка хорошая, хорошая. Да. Тут прям магия Хогвартса немножечко проявилась все-таки. То есть. Есть уже какой-то опыт, но дальше дело не пошло, опять же, из-за общей такой ситуации, что э, Снежок там на позицию, э, собственно, подстановки пачки, да и не только. Отличия просто нереальные по раундам, э, реально сокрушимые. Восемь раундов преимуществ абсолютно у себя в запасочке имеют, как и а, такую достаточно нормальную такую экономику за атаку Артези. Минус по HLP сделал, открыл раунд, опен для своей команды и дальше тут врыв активно идет под базу Б. Ребята понимают, то, что здесь так или иначе нужно будет прям врываться активно. Там у нас Снежок, он флешечку на заход для Арвенти отправил. Но вот Арвенти сейчас по КП неприятно очень получил. Плюс слева противник простреливает. Релодится. Это, скорее всего, будут сейчас слышать. Простреливать ли будут? Нет, не будут. На это не так сильно обращать внимание. На девятке в углу он до сих пор продолжает сидеть. 3 d люркер Сиач это практически сейчас прочитал, но ловит иной тайминг. Сяч да, его все-таки 3 здесь вылавливает врывается под плент непосредственно фрагмейс юра ловит арвентича ну и дальше последнего не уж то ли не уж то ли друзья камбэк со 16-4-6. Ну, давайте друзья мы с вами посмотрим по крайней мере преждевременные выводы делать не стоит зона 9 так или иначе ты пик командах и он поэтому будем надеяться будем болеть надежда в чате я думаю у нас есть да, все-таки давайте поддержим команду Ханли Хилл в чате, дорогие друзья. Также поддержим э, данный стрим лайком и подпиской на ShadowFeed Championship. Также не забывайте, что все прямые трансляции проводит студия PointCast. Все ссылочки есть в описании. Также ссылочка на трансляцию на Twitch есть в закрепе чата. Переходите туда, смотрите в хорошей детализации данную прямую трансляцию. Очень будет приятно, если вы также подпишетесь на Twitch-канал Cast. Нам, мне Михаил Ноускриму, а также Никите Дасу. Надеюсь, будет все очень как бы у нас с вами налажено, да. Мы вам хорошую трансляцию, нам поддержку такой оформляется. И мы вам качественные такие вот матчи неплохо попытаются влетать. Очень хорошо сдерживают сейчас точку Б, ребята. Артезия умирает от HLP, но чуть-чуть вот не получилось. Прорвался все-таки HLP. Сяч, трейдэш в спине, Сейджура с трейдэшем. Давайте, ребят, камбэк нужен. Поддержка в чате. Давайте для Heaven Хилл, Именно для трейдэша и Сейджура сейчас. Неплохо, трейдэш минус фраг есть. Отлично, 2-2 ситуации уже. То есть шансы все больше и больше, чтобы взять данный раунд для команды Хэмон Хиллс и Джура. На шифте расчекивает. Все аккуратно идет. Пачки пока еще нету, но шансы, в принципе, можно отыграться. Я вот понимаю, один игрок остался в точке Б, а второй у нас спустился вниз. Да, Челпи э, топает. Его будет очень прекрасно слышно для Сейджура. Это будет минус. Сейчас пропускает. Хорошо. Пачка выбита. Остается Сиач. Один в два клатче. Да, он достаточно агрессивно так продвигается, дугу ожидает, распикивает, но ловит неприятный тайминг, из-за чего трейдэш его сразу забирает. Второй раунд подряд HHL себе в карманы еще получают. И дальше вопросы для абсолюта. Да, как бы потеряли вот эти два раунда, и очевидно экономику тоже. Из-за чего сейчас, ну... Э... А, нет. Тем, 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 тем не менее, у них получается взять такие основные девайсы. Есть калаш, есть фуллармур, есть еще и гранаты. Я просто наверное как-то не, не проследил за их дропами, и так далее. Ну, в общем-то, что а, люркер Сиач, хаешка в дубу. А тут прострел, прям вообще, судя по всему, в какое-то вот плечо самого сиача произошло. Потеря достаточно серьезная. Флешка отправилась, фир ее сразу же задоржил. Ну и в ожидании оппонента, выходящих с пудуги. Антифлеш стоит. Выходка от Снежка. Наканчивается его смертью. Но дальше э, Фир. Арванти его разменял. 3 в 4. Все равно нужно сейчас попытаться еще кого-то добрать. Фрагми вообще в наглую просто прострел оформил сквозь мок. И оформил при этом минус еще и Найтс. добавочку. На 2, теперь в 2. Найтс, единственное, вот что это лохоповый оппонент. Редэш прям очень сильно любит спину находить но из-за чего происходит вот такой вот момент клешня, так называемая. Трейдаш, Сиюра постепенно э, заходит шифтом, скорее всего подозревают ребята из Абсолют, что вот так оно и есть, хотя прицелы направлены идеально под склад. Там да, уже Трейдаш, его подбирает, э, забирает точнее ЧЛП. Ешка на пантипуш, э, собственно, темки. Ну и Сиюра. Сиюра настреливает под девяткой позицию. Почти что было близко его прицел, спрей, и вот сейчас только он добирает. Остается все меньше и меньше времени, фейкует. В ожидании Найтс и будет сейчас дефузить пачку. Нет, понимая то, что времени не остается, бум, и подрывается. А, очень такой тяжелый, конечно, раунд был максимально. Ребята из Абсолют ворвались как бы в плент, но, несмотря на меньшинство, а, попытались все вытянуть, что у них и действительно получилось. И по итогу, друзья, сейчас у нас матчпоинт. Э, то есть э, придется сейчас 7 раундов подряд как-то выводить эти челы. Мы уже на 16 очевидно, победный, чтобы Десайдер увидеть. Да. Посмотрим, будет ли Десайдер этот Сэндстоун. Но я немного сомневаюсь уже. Хоть и сделали там небольшие два раунда такие нам... Э камляхил покрасовались, что они могут забирать пару раундов, но это все равно мало. Сейчас Диглом по 7 такой такой последний импровизационный бай на последние деньги. Что будет, то будет. Флешка залетает. Трейдеш ее пропускает. Да, вот, летает тут дым, но он немного такой косой. Хотя вроде бы засмучил достаточно неплохо. Да, через мейн заходят. Чекают, сразу же трейдэш. А найтс. Капитан команды, чекает все углы. Есть минуса, Фрагми. Против вместе с фиром, точнее, против Найтс, Арвенти, Сяча и Снежка 2 в 4 ситуации остаются. На ретейке. Ну, фира уже заметили. Фрагми здесь с Эмочкой. Фир подобрает эмочку, точнее, фрагми с Фамасом. Флешка. Выход будет минус от фрагми. Размен от Арвенти 16-8. И абсолют становится четвертыми полуфиналистами Chadfi Чемпионшип У нас. Да, да, поздравим этих ребят с победой, ну и проходом в полуфинала сетки Шеделфи Чемпионшип. Эти ребята действительно заслужили подобное, ну и сразятся они против ребят из команды Double Glory. А, уже а, непосредственно после завтра мы увидим первый матч а, уже полуфинала, где сразятся Лакшери и их оппоненты Heavenly Spirits. Сейчас пока что мы в ожидании момента интервью, то есть пока что на готове. С вами можем сейчас обсудить все прошедшие две карты. И очевидно, что можно сразу же переходить к первой карте. Это Rust, это очевидно прям был такой агрессивный, наверное, пик скорее. И агрессивная была игра, хотя поначалу мы немного засомневались, в уверенности коллектива Абсолют были замечены какие-то моменты, прям шатки. Но потом все. Ребята на бодрячке начали уже примерно понимать, как стоит играть против Heavenly Хилл, И дальше пошло-поехало по накатанной. Счет 10-5, первая половина отдана. Дальше попытались, конечно, там что-то сделать Heavenly Hill. Но они а сказали, что, кстати, зона 9 она лучше у них получилась. То есть раст, он даже как-то более что ли как-то собраннее был слаженнее и Хэмон Хилл пытались его реализовать. Ну на зоне они просто себя чуть увереннее чувствовали а на Расте уже играли по интуиции что там было. На Расте да. там абсолюты сами допускали больше количество ошибок, чем на зоне девятой, хотя и там и там абсолюты выглядели абсолютными фаворитами и естественно доминирующей командой. И для Хауна Хилл обе, обе карты были достаточно на тяжелом уровне для победы. И, к сожалению, хочу немного некоторых огорчить, но интервью у нас абсолютно не будет сегодня ни одного, вот такой вот четвертьфинал, последний заключающий. Но будем надеяться, что в полуфиналах такого все-таки не случится. И мы возьмем интервью у всех как бы, команд естественно, у каждого игрока из каждой команды. И надеемся, в финале то же самое все будет. Но сегодня, к сожалению, вот так вот. Абсолютно должны бежать там на следующий матч. Но с Хевелли Хилл все-таки не проиграли. Ну, как бы некрасиво будет брать как бы, интервью у проигравших, а у победителей не брать там, как бы ждать мы еще одну best of один матч абсолютно, в котором быть мы тоже не можем. мы тоже хотим идти отдыхать, как и игроки после тяжелого best of 3 матча. В 2-0 проиграли, но хочу сказать, что они старались показывать отличный стендов на первой карте. Мне понравился раст, их борьба, как они играли. И я вот, как и говорил, за это сайт, что одна Карта, что другая, очень слабенькая. Но на зону я ставил очень большие статки, реально. Они играли против Хэмли Спиритс, хорошо, в 16-12 выиграли, неплохо, там мне понравилась игра. Сегодня, сегодня я увидел просто совсем другую команду. И если бы они играли вчера, возможно, именно точно так же, то сыграли бы прям очень супер. Я даже не знаю. Мне понравилась вчерашняя игра, их не сегодня. Я не увидел той команды, которую хотелось бы увидеть. Я прям вот был в предвкушении трех карт именно с на последнего тоже было бы увидеть, потому что это дефолтная карта и там была бы абсолютно равная борьба, несмотря на то, что у ребят из абсолют есть Сяч в качестве топового игрока и также игрока Снежка тоже тир 1 сцены, который играющего. Скажем так, что очень сильно повлияло данное именно дерби и два и недавно вошедших игроков в состав абсолют, то бишь Снежок и Сяч из-за чего, может быть, действительно это дало какие-то свои плоды э, конкретно на проигрыш команды Heavenly Hill, но ну, а абсолютно понятное дело, молодцы, э, сыгрались на опыте индивидуалки, ну и э, как мы все поняли, как бы проблем очевидных каких-то сегодня они на себе не ощутили. Поэтому, друзья, мы будем подводить все к концу. С вами была студия PointCast и турнир Shadow Championship, а также мы, комментаторы данного турнира, я, Никита Дас и мой коллега Михаил Мускрим. Да, дорогие друзья, не забывайте сабаться на наш Twitch, группу ВК, все ссылочки в описании. До скорых встреч!